بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا

На предыдущем уроке мы начали разбирать сомнения относительно справедливости Бога. И указали на один очень важный момент в этом вопросе. В разрешении этих сомнений. И этот момент заключается в том, что эта жизнь наша является короткой. И эта жизнь имеет конец под названием смерть. И каждого из людей ждет... Смерть непременно, в этом не может быть никаких сомнений. И это необходимо всегда помнить. Не стоит об этом забывать ни на секунду, ни на, ни на мгновение. Это очень важно. Это очень важно помнить о смерти. Так зачем же нам эта короткая жизнь, которая всего лишь длится как будто мгновение? по сравнению с вечностью. Зачем эта жизнь? Зачем Бог создал нас? И разместил в этом мире и даровал нам эту короткую жизнь? А для того, чтобы испытать нас. Испытание это не игра, как многие могут подумать. Это экзистенциальная реальность. Это реальность. Это не условность никоим образом. Это реальные действия, которые имеют реальные вечные результаты. Это не просто условность и формальность. Это не истина на бумаге. Это истина настоящая. И поэтому нельзя к этому относиться как к игре. Это самое, что не на есть серьезная реальность и действительность. И необходимо иметь это в виду. И разум человека, как сказано в священных текстах, именно этим и отличается. Разумный человек именно этим и отличается от неразумного человека. Пониманием серьезности этой жизни. Потому что в священном Коране говорится, Клянусь временем. Каким временем? Тем временем, которое отведено человеку. Каждый человек находится в убытке. Почему? Потому что время, дарованное нам в этой жизни, является начальным капиталом для нас. Это реальный начальный капитал, данный Богом нам. Для чего? для того, чтобы мы могли построить свою вечность. Бог создал ангелов, создал их без недостатков, создал их совершенными. Но в отличие от людей, Бог не дал ангелам тех возможностей, которые даны нам. Именно поэтому человек может превзойти ангела, как это произошло с его светлостью, пророком Мухаммедом, алейхи алейхи который превзошел самого лучшего, самого возвышенного, самого совершенного из ангелов, как сказано в священном Коране. Поэтому эта возможность и это время, отведенное нам в этой жизни, является величайшей возможностью достичь будущего и вечного блаженства. И в связи с этим очень важно проявлять мы об этом говорили и на предыдущем уроке, очень важно проявлять терпение относительно тех трудностей и испытаний, с которыми мы столкнулись. И в этом заключается та жизнь, в которую нас поместили, тот мир, в котором мы находимся. В этом заключается, в трудностях. И это возможность, дарованная нам для того, чтобы заработать своими собственными руками вечное блаженство, и в том числе превзойти, возможность превзойти ангелов, эта возможность потеряла бы всякий смысл, если бы в этом мире не было никаких трудностей, никаких испытаний. Поэтому на самом деле, если быть более точным, эти испытания являются той самой возможностью. То есть чем труднее жизнь человека, чем труднее те испытания, тем чем тяжелее те испытания и трудности, с которыми сталкивается человек, тем больше у него возможности приблизиться к Богу, возвысить свой дух и заработать наивысшую степень рая. Таким образом, эта жизнь является возможностью, и изюминкой этой возможности являются трудности. Так как же мы можем относиться к этим трудностям, как к чему-то, что является доказательством несправедливости Бога. И здесь очень важно понимать, что то блаженство, которое получает человек, и то наказание, которое получает преступник, грешник, все это не является навязанным результатом, навязанным со стороны Бога. Это является естественным следствием действий человека, деяний человека, образа жизни человека, а не формальным навязыванием или чем-то, что исключительно навязано Богом. Нет, точно так же, как если вы нажимаете на выключатель и свет гаснет, точно так же, как погас... угасание света является естественным результатом и следствием того, что вы нажали на выключатель, точно так же естественным результатом той жизни, которой мы проживаем, является то, что мы получим в судный день. И с этой точки зрения, и если мы все это учтем и все это осознаем, то для нас многие сомнения относительно справедливости Бога отпадут сами по себе, естественнейшим образом. Об этом необходимо помнить. И, конечно же, самостоятельно размышлять над данным вопросом. Потому что это очень важно, чтобы вы сами дошли до многих вопросов, осознали многие вопросы. Размышления, возможно, подтолкнут вас к новым вопросам, к новым сомнениям. Если вы решите, по крайней мере, попытайтесь решить эти сомнения и ответить на эти вопросы, то вне всякого сомнения достигнете очень большого результата в данном, в данном вопросе и получите большую пользу для себя, большую духовную пользу для себя. Это первый момент, на который необходимо обратить внимание. Эта жизнь является местом испытаний. И необходимо относиться к этому соответствующе. Нельзя относиться к этому как к чему-то законченному и завершенному и судить о справедливости Бога. Говорить, почему одни страдают, другие живут в блаженстве. Это первый момент, который необходимо помнить. Но есть и другие очень важные моменты, которые помогают в разрешении сомнений относительно справедливости Бога. Конечно же, отчасти не все сомнения, но некоторые сомнения могут этим быть разрешены. Например, некоторые люди говорят, что в мире творится несправедливость. Многие правители угнетают свои народы, разворовывают целые народы, грабят целые народы. Другие правители развязывают войны, в результате которых умирают сотни тысяч, а порой и сотни тысяч, а порой и миллионы людей умирают в результате этих войн. Или же некоторые люди, не правители, а простые люди, некоторые совершают преступления. Например, заходят в чужой дом, забирают все имущество и наряду с этим решают перебить все семейство, начиная от малолетних детей, заканчивая их родителями. Или же другие люди от имени религии убивают безвинных людей, как, например, происходят последние годы на Ближнем Востоке. Так называемые террористы, коими обычно, коих обычно называют игиловцами, они убивают невинных людей только за то, что они не придерживаются тех точек зрения, тех религиозных убеждений, которых придерживаются они сами. И здесь для них абсолютно нет никакой разницы, являются эти жертвы их террора мусульманами или они не мусульмане, абсолютно без разницы. Главное, чтобы они имели альтернативные с ними убеждения, были не согласны с ним в чем-либо. Здесь нет никакой разницы. Мы очень часто можем это наблюдать, и порой в новостях это всплывает. Для них, для этих террористов нет никакой разницы, кто их жертвы, взрослые люди или же дети. И здесь, наблюдая все это, все эти человеческие преступления, все эти, всю эту несправедливость со стороны людей, многие люди впадают в сомнения, почему Бог это позволяет. И приходят некоторые из них, к сожалению, к величайшему сожалению, некоторые из них приходят к мнению о том, что Бог несправедлив. Что нам необходимо сказать в данном случае? Необходимо помнить, дорогие братья и сестры, что Бог даровал каждому человеку свободу воли, как мы говорили об этом ранее. В этом есть огромная польза. Польза заключается в том, что тот мир и та жизнь, которая дарована каждому из нас, хоть и на короткий срок, на небольшой срок, но эта жизнь и этот срок дарованы нам, нужен для того, чтобы мы своими собственными силами, со своими собственными усердиями достигли рая, вечного блаженства, совершенства, самосовершенствовались, возвышали свой дух. И здесь очень важную роль играет свобода воли, потому что все это было бы невозможным. Человек не смог бы воспользоваться той возможностью, которая дарована человеку, о котором мы говорили ранее, если бы у него не было свободы воли. Таким образом, очень важную роль в достижении тех целей, которые поставлены человеком в этом мире, является свобода воли. И, конечно же, Бог не может. То есть есть большая выгода, наличие свободы воли и возможность дать возможность человеку самому решить свою судьбу, свою будущую вечную жизнь. С одной стороны, это выгода. С другой стороны, те преступления, которые он совершает. Бог оставляет за человеком свободу выбора, потому что в этом больше пользы, чем в том, чтобы лишить его, лишить его этой свободы воли, воспрепятствовать его проявлению этой свободы, свободы воли, отобрать у него эту свободу воли, не дать ему совершить то или иное преступление. Это менее, менее важно, менее значимо, чем значимость и важность и ценность самой свободы воли, свободы выбора человека, которая является инструментом и средством реализации тех целей, для которых он находится в этом мире, в этой жизни. И поэтому мы видим, что надели, наделение человека свободой воли является милостью Бога, милостью Аллаха, величайшей милостью Аллаха и те преступления, которые являются следствием наличия этого, этой свободы, эти преступления совершенно никоим образом не наносят никакого вреда и не входят ни в какое противоречие со справедливостью Бога. Потому что Бог даровал нечто, что имеет и негативные последствия. Это как если бы вы даровали другому человеку дали бы, наградили бы его огромным состоянием, а он, получив это состояние, воспользовался им скверным образом. Например, растратил бы и прожил бы беззаботную жизнь тунеядца, бездельника, человека сумасшедшего самовлюбленного, самодовольного, возомнившего из себя человека вы разве сделали что-то плохое, дав ему это состояние? Например, дали своему сыну огромное состояние. Нет, само по себе вы не сделали ничего плохого. Но дали ему возможность совершить и нечто плохое. Также и в данном случае Бог, даровав величайшую милость человеку, даровав свободу воли, Учел также и то, что это имеет и негативные последствия. То есть дал человеку возможность совершить и нечто плохое. Но если мы разберем само преступление, отдельно взятое в том или ином случае, и возьмем ценность свободы воли, мы обратим и поймем, что свобода воли имеет большую ценность, чем тот вред которые наносит сама эта свобода воли. Те негативные последствия, причины которых является наличие свободы воли. На этом наше время подошло к концу. Я прощаюсь с вами. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. محمد و محمد